Основная цель рейда – профилактика преступлений, а также выявление нарушений миграционного законодательства. На Альпийской находится более 60 гаражных кооперативов. В результате проверки выяснилось, что 186 гаражей сдаются в наем как жилье и 29 под магазины и склады. Кроме того, обнаружено 37 заброшенных строений. Самые распространенные нарушения здесь – это проживание без документа, удостоверяющего личность. Чаще всего встречаются такие нарушения, как незаконное проживание иностранных граждан в данных строениях. Поэтому мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02.